Всем большой-большой привет, всем доброго времени суток. Вы на канале Папы Валеры в рубрике «Поздравления с днем рождения». От Папы Валеры, Ники, и чуть-чуть появится Луночка, и почему называется так ролик, вы увидите в конце ролика. Так что наберитесь терпения, пожалуйста, вы обязательно увидите, что же случилось с нашей девочкой. Единственное, показать вот так. Что же с ней случилось, увидите попозже. Ну и ладно. А теперь поздравления с днем рождения. И я не знаю, какой-то геолог есть, которого просто пожелаем счастья, здоровья, радости, любви, достатка, богатства, ну и все такое. Геолог, вы сильно как бы не очень... Серчайте, вот как написали, кто вы, так вас и поздравили. Тем более мы говорили, что будем поздравлять всех, кто подписан, тот, кто рассказать себе что-то. А у меня день рождения 6 февраля, это уже как-то неинтересно. Вот. Ты трогаешь занавеску, ну, значит, мы уходим, да? Я ухожу. Не, это что такое? Ты столько времени очки не трогала, занавеску не трогала. Ты Луну ищешь? Да, ты знаешь, где она? Да? Не надо занавеску трогать. Ты меня слышала? Так, непривычно. Столько времени прошло снимать вот так поздравления только с одной Ники. Ой, прям аж не знаю. Ну и ладненько. Кого мы еще хотим сегодня поздравить? Сегодня хотим от всей души вот поздравить ту девушку, вот знаете как, студентка, спортсменка, комсомолка и просто хороший человек. Ну, на данный момент она уже не студентка, она отучилась и закончила Луганский пединститут, вот насколько мне известно. У нее два высших образования, красавица, точно хороший человек. Никуша, это что такое? Она не может себе место найти, она Луночку ищет. И это Юлия. Юлия из города Свердловска, Луганской области. Вот, оказывается, есть такой город, кто не знал? Кто не знал, знайте, пожалуйста. Я знал, что раньше был Свердловск, он находился на Урале. А есть, оказывается, еще Свердловск Луганской области. Вот, оказывается, есть такое. Юлия. Поздравляем вас с днем вашего рождения. Пожелаю вам в первую очередь здоровья. Оно вам необходимо, так как, насколько у меня есть информация, вы знаете, у меня свои каналы, девчонки мне прибегают, тут же рассказывают. Ну, папа, ты знаешь, мы новую информацию выцепили, сейчас мы тебе расскажем. У них какие-то свои каналы, я не знаю, как они это делают. Я им доверяю, я им верю, поэтому мы знаем, что здоровье вам необходимо сейчас за двоих. Мы поздравляем вас с рождением вашего сына, которое было не так давно. И мы знаем, что совсем масюська сейчас. И вам необходимо это здоровье, чтобы следить за собой и следить за ним. А еще если вы его, и он на натуральном вскармливании, это просто необходимо. Желаю, чтобы ваш малыш, вам желаю, чтобы ваш малыш, он был, рос тихо, спокойно, и чтобы у вас были такие, знаете, ночи, которые вот легли, покормили ребеночка, утром проснулись, в общем, чтобы малыш был спокойный, и вы высыпались. Потому что знаю очень много детишек, в том числе и своих, которые были беспокойны, которые не спали и не давали спать никому. А я тебя вижу, кто это делает. Нельзя. Ты думаешь, я тебя не буду гонять, если ты одна? Буду, еще как буду. Вот, ну, мы вернемся к Юлии. Юлия, мы поздравляем вас, да, желаем вам, как я уже сказал, здоровья. Желаем, чтобы вы были здоровы, чтобы ваш малыш рос крепкий, здоровый. Желаем вам, чтобы вот то счастье, которое вы приобрели, оно наполняло вас каждую секунду. Чтобы вы, смотря на него, радовались, смотря на окружающий мир, радовались. Радовались тому, что вы пришли на этот свет. Чтобы маму, окружающих, папу, я не знаю, вот про папу девчонки мне ничего не сказали, супруга, ребенка, всех, кого видели, всех,
все вас радовали, и всем бы вы радовались, и чтобы каждую секунду вы наслаждались этой жизнью. Счастья, здоровья, радости и достатка. Достатка пожелаю вам, богатство пожелаю вам, чтобы вы могли удовлетворить все свои потребности и потребности вашей семьи, вашего малыша. Не знаю, откуда это придет. Упадет ли это к вам, как огромный, там, я не знаю, чемодан денег с неба, да? Или же выиграете ли вы в лотерею, или же это будет просто развесшиеся небеса и прольется на вас рок изобилия. Нет, у нас Ники, все, я ушел, пока-пока. Ты здесь? Ой, я уже уходить собрался, а ты здесь. Я не знаю, но чтобы оно вас вот так настигло. В общем, Юля, мы поздравляем вас, желаем радости, любви, счастья, богатства. И будьте любимы, любите и будьте любимы. А кем, я уже сказал. Сыночку вашему Даниле здоровья еще раз пожелаю, спокойствия пожелаю. И чтобы рос крепким, прикрепким мальчиком. Вот так вот. Я думаю, что у нас это получилось сделать, да, Ники? Вот ту информацию, которую ты мне слила, которую ты мне принесла, вот как-то вот так произошло. Да, я знаю. Прячется она. Зачем ты прячешься? Скажи мне, пожалуйста. Это ты же мне рассказала все. А теперь типа я один? Я не один, это ты тоже здесь участвуешь. Да. Вот, мальчики и девочки, что касается сегодня дней, праздников, давайте я сейчас оглашу, еще все, у кого сегодня день рождения, мы поздравляем вас, пожелаем счастья, здоровья, любви, радости. И все, у кого сегодня именины, с днем праздника имени вашего, вот. И что касается дней, давайте, что касается праздников, я сейчас оглашу, а потом мы сделаем маленькую паузу и все же посмотрим, где Луна и что с ней случилось, хорошо? Так. Сегодня праздник мыслей. Вот еще пока остался у нас день, хоть мы и поздно выходим с нашим поздравлением, обращением, но я думаю, что мыслить никогда не поздно, поэтому мыслите, размышляйте, думайте. И позитивных, хороших вам мыслей мы пожелаем. Вот так вот. Сегодня день ступенек и лестниц. Поэтому, если вам встречается сегодня преграда в виде ступенек и лесенок, не переживайте. Так было задумано. Вселенной. Иди катайся на занавеске. Да, моя девочка. Да, моя красавица. Да, иди ко мне, иди сюда, иди. Да. Испугалась, а там отражение ее было. Да. Так тебе и надо. Это из-за того, что ты под неправильным ракурсом занавески посмотрела. Вот если бы ты на эту занавеску не лезла бы, то этого ракурса бы ты не поймала. Да, я знаю это, моя куколка. Сегодня Международный день баклажанов. И также сегодня Международный день безопасного интернета. Вот, всем желаю, чтобы у вас был безопасный интернет, чтобы никто вам не залез плохих вирусов. Их хороших можно, где открыли, и там хи-хи-хи, ха-ха-ха, плохих нет. И баклажаны. Баклажаны — это такая вещь с орехами, знаете, как и с майонезом. И туда обязательно к баклажанам идет кинза. Или кинза, как называют многие. Запомните это, пожалуйста. Баклажаны без кинзы. Или без кинзы. Ну ладно, так и быть. Вот этот кориандр, что называется, тоже вам скажу. Вот. Это один и тот же кинза. Вот. Баклажаны без кинзы — это считай, что деньги выкинутые на ветер. Вот поэтому покупайте баклажаны, обязательно купите кинзу. И даже кто не ел, попробуйте, понравится. Или кто убежден, что она пахнет какими-то животными, там вот этими, которые бегают, прыгают, скачут. Это не так на самом деле. Все равно, даже если это так, для вас, вы попробуйте, и вам обязательно с баклажанами кинза поправится. А пока, наверное, мы с вами прервемся и продолжим уже чуть-чуть попозже, капельку попозже. Вот наша девочка. Вот наша. Ой, моя кукол. У нас авария. Мы получили травму. Вчера, пока мы ездили в Абу-Даби по делам. Аккуратненько.
Вчера, пока мы по делам ездили в Абу-Даби, как-то так произошло, что вот эти девочки, ну, вторую вы видели, и знаете, что они любят играть вот здесь. Она откуда-то оттуда упала куда-то сюда, точно не могу сказать, и повредила ножку. Поэтому она, смотрите, она не может сегодня вставать на ножку. Естественно, мы вчера, как только приехали, мы схватили ее, поехали, сделали рентген, и слава Вселенной, слава Всевышнему. К сожалению, мы не взяли снимков, но, может быть, мы сделаем какой-нибудь отдельный ролик по этому поводу. У нее нет ни трещин, ни переломов. Просто хороший у нее ушиб. Да, моя девочка? Вот из-за этого мы не хотели, тем более, их двоих брать. Но она же неугомонная девочка. Нет, все, теперь я тебя не отпущу. Теперь мы пойдем. Будешь четко подмазывать. Тебе ножки больно, куда ты прыгаешь? Ты хочешь, чтобы еще раз больно было? Вот тогда садись здесь. Я тебе дам любую игрушку. Только скажи, какую. Хочешь, вот, возьми. Будешь зубы грызть там. Да. Ну, ты зачем так? Вот сюда садись давай. Садись. Не, это маленький, бесстрашный, вот я не знаю, как это назвать. Вон. Она там вчера там повредила ножку и все равно туда лезет. Вот такая у нас неприятность. Но я думаю, что в течение пару дней пройдет, потому что, еще раз я говорю, мы поехали. Сделали рентген, ни трещины, ничего нет. Есть хороший ушиб, который должен зажить. Вот, поэтому мы ее сейчас не даем, чтобы они с Ники вместе играли, гуляли. За целый день, это первый раз она зашла в комнату, потому что вы видите, что происходит. И мы пожалеем ее, мы сейчас ее заберем, также посадим ее в ее клетку, где она находится, потому что там она хоть не может прыгать и бегать. И она там не травмирует свою ножку. Да, это твоя штучка, да. Вот, и все, пойдем. Все, пойдем, уходим. Мы с вами попрощаемся, потому что очень сильно переживаем за ее здоровье. Мы пойдем ее сейчас посадим. Она под нашим присмотром на кухне в своей клетке. И она там не может бегать и еще больше ранить. Поэтому, мальчики, девочки, по-моему, я не говорил, да, это сегодня. Мальчики, девочки, знаете, что сделаем? Давайте в комментариях мы пожелаем каждой ей здоровья. И вот тот позитив, ту энергию, которую мы вам присылаем, кусочком обратно поделитесь для нее, чтобы она быстрее поправилась. Ей сейчас необходима ваша любовь. Необходима ваша поддержка, несмотря на вот такой серьезный ушиб, который она получила. Она, видите, все равно продолжает бегать. Естественно, все, что необходимо, мы делаем. Разные мази, разные, там, я не знаю, зажать, прижать. Я вам показывал, да, вот. Трудно, очень трудно за этим следить. Но ножку перебинтовали. Она вот получила повреждение вот здесь, получается. Вот в районе своей лапки. Где-то вот здесь, и вчера она была более опухшая, сегодня она уже менее опухшая, даже дается докоснуться. Что очень сильно радует, поэтому давайте пошлем ей хотя бы в комментариях наши какие-нибудь там приятные слова, а еще больше. Вот так оторвем от сердечка маленькую искорку любви и пошлем ей, чтобы она побыстрее выздоровела. Мы нуждаемся в вас сегодня. Вот, поэтому прошу сильно всех не переживать. Потому что мы справимся, и они, как прежде, будут гоняться друг за другом. А пока, наверное, пока. И ваши папа Валера, Луна, ну и Ники вы уже видели. И всем пока-пока. Все, идем. Все, пойдем. Пойдем, все, уходим, моя девочка. Всем сказали пока-пока и уходим. Все, моя куколка, все. Уходим, наши, да, ну на место тогда, да. Ой, соскучилась. Сегодня тоже мы ездили в Абу-Даби по делам, но поэтому тоже поздно вышли, это по секрету я вам сказал. Все, уходим. Все, пока-пока всем. Все, пошли.